What's going on, собственно говоря? С вами Кристи Крайм, и сегодня я продолжаю рубрику Beauty Trash. Я подумала, как совместить мои ролики на YouTube и TikTok. Правильно, накраситься под фильтрами в ТикТоке. Я собрала несколько фильтров в ТикТоке, под которыми я буду краситься, которые меня вот так вот просто, я не знаю, какой я там буду. И у меня не будет никаких зеркал, где-то вот тут вот под руками. Будет криво, в общем. Начинаем. А, как это угарно. Ну, контуринг, я не знаю, как я сейчас буду его делать. Просто, мне кажется, на ощупь. Просто вот на ощупь вот эта вот красота вся. Где эти скулы? Где они? Так, я не знаю, что тут по контурингу. Вот так вот я как-то это вижу, у меня кисточка сама... красотка. Привет. Так, идем на следующую щеку. Ой, это так странно. Ой. Так, ну, допустим, так вот, второй подбородочек. Так вот, вот так. Я уже просто даже не знаю, чего ждать, какие полоски. Это сложнее, чем кажется, на самом деле. Хоть ты знаешь, где у тебя находится... Спасибо за попадание в глаз. Каким образом, не знаю. Мне кажется, накраситься легче с закрытыми глазами, чем под такими фильтрами. Это какой-то полный психодел. Господи, главное не зарядить себе в глаз. А кисточка-то изгибается. Причем я никогда так не крашу в жизни, типа... Так знаете, в чем еще больше прикол? Что мне надо накрасить брови. Брови. У меня сейчас по инерции рука просто потянулась за зеркалом. А я смотрю, брови у нас сегодня все-таки будут натуральные, да? Как подставить так, чтобы она чувствовала себя уродом? Где вот, где эти брови? Ух ты же, ёпсель-мопсель! Брови сегодня с нами не общаются, не разговаривают. Мы с ними тоже не разговариваем, походу. Даже зачесать их сложно, чтобы вы понимали. Я планирую поменять фильтр. У нас есть вот такой вот фильтр. Зачем я его выбрала, чтобы делать контуринг? Тоже нет, вообще непонятно ничего. Привет, урод. А вот кто в ТикТоке вообще пользуется такими фильтрами? Ну ладно, первым, вот этим, кто пользуется? Кто этот Финис и Ферб? Кто ими пользуется? Я реально не понимаю. Ну, конечно же, в каждой стране свои стандарты. Может, где-нибудь в Китае или в Японии это считается... вообще, стандартом красоты. Я же так могу... Я похожа на этого человечка из египетских этих... рисунков. Мне кажется, с этим фильтром реально удобно красить глаза. Потому что она такой приближает, можно что-то как-то поделать. Так, я беру свою любимую палетку Huda Beauty ретроградный Меркурий и буду делать свой любимый на данный момент красный макияж. И вот так вот прям на подвижное веко. Ничего не видно. Сменим маску на... Супер! А как я должна с этим краситься? Тут реально на ощущение. Или как? Почему с разными масками хочется разговаривать по-разному? Ну, типа, я не понимаю, как это работает реально. Она была женщиной, значит, у нее была биполярка. Почему у нас такие сложные задания? Окей, все исправить блестяшка, хорошо? Сейчас все будет. Вот уже включила, казалось бы, фильтр увеличения глаз, ничего не помогает. Сделала себе стрелки, и все. А теперь смертельный номер стрелочки. Мне тут даже лайнеры... изгибается вот так вот. Мне кажется, я после этого выйду просто какая-то сумасшедшая. Хочу, кстати, всех оповестить, что с этим макияжем я потом еду на встречу. И я даже не знаю, что там получится сейчас. Боже, я больше никогда так не буду делать, честно. О, здрасте. Конечно, как вот можно краситься тушью и не намазывать себя тушью при этом? Сейчас будет лайфхак. Берете свой карандашик для бровей. Тут есть вот такая вот кисточка. И если мы себя заляпали тушью, вот так вот делаем. Не могу попасть на эту херню. На ресницы. No, please, God, no. Твою ж дивизию. Я не могу определить, насколько хорошо я их нехорошо приклеила. Просто вот они вот так вот будут, понятно? И меня не интересует, криво или косо. Настолько сегодня интуитивный макияж. Не, вот эта вот ресница вообще-то пошла вообще гулять. Сказала, что не вернется в ближайшие лет 7. Ну, как и это, в общем. Вот тут все вообще осыпалось просто. Здрасте. Стрелки, я их мало того, что тут не вижу. Я пытаюсь всеми силами каких-то богов непонятных это исправить, но ресницы уже ничем не исправить. Извините, пожалуйста, но... А тень, растушевка вам как? Как вам такая растушевочка такая чистая, вообще непонятная, незаметная?
такая посреднее. В общем, ребят, это был слишком сложный челлендж. Это реально, это слишком сложно. Если у вас будет по фану время, можете это поделать, но у меня чуть не взорвался мозг. Ну, вы видите, насколько вот хорошо у меня тушевочка везде, все так красиво, мило. Вообще, фильтр в ТикТоке. Зло. Ну а с вами была я, Кристи Крайм. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх, звоночек там ставьте. И всем пока-пока!